наступившим Новым годом! Мартовский год будет одним из самых лучших в нашей жизни. Каждый следующий еще прекраснее. А сегодня у нас в гостях потрясающий артист, музыкант. Но прежде чем я его представлю, я все-таки скажу о наших планах. Во-первых, вы пришли сегодня в бар-кафе «Попьем чайку». Кто еще не в курсе, что меня зовут Игорь Зурин. Я организатор всего этого пространства. И очень надеюсь, что сегодняшний концерт нас всех настолько впечатлит и вдохновит, что на следующий концерт Рамиля Потапшина придет целый город Ижевск, и, может быть, мы соберемся в Ледовом дворце Ижсталь, так, чтобы несколько тысяч человек прокачали просто этот город, потому что Рамиль сегодня, он действительно, вот я пока был на репетиции, я уже весь завелся просто, видите, я весь такой возбужденный. Я представляю, что будет в конце этого просто мероприятия. Так вот, друзья, у нас следующий концерт состоится здесь, 26 января. Клуб «Самодеятельная песня «Колесо» готовит потрясающий концерт по песням Высоцкого и Визбора. Будут только песни Высоцкого и Визбора, поэтому приходите, ждем. А 16 февраля здесь же, на этой площадке, выступит потрясающий дуэт «Аллегория». Алексей и Елена Городилова, их все знают. Алексей – заслуженный артист Удмуртской Республики. Народный артист Удмуртской Республики. Друзья, а сегодня бард, музыкант, мультимузыкант, заслуженный артист Башкирской Республики, Башкортостана, просто потрясающий человек, танцующий бард Рамиль Потапшин, встречайте!